Привет всем, кто впервые заглянул на мой канал, и подписчикам, которые давно смотрят. Если вам интересно, какие монеты Украины стоят дорого и на каких можно заработать, реакция продавцов на новые монеты или просто интересная коллекция, то подписывайтесь на канал. В этом видео я покажу самую дорогую гривну, которую вы можете получить на сдачу в магазине или на рынке. Ее цена доходила почти до 1700 гривен, а дорогая разновидность стоит более 8000 гривен. А в конце видео я разыграю оригинальную инвестиционную монету Украины, 1 гривну, 31,1 грамм серебра. И несколько человек получат деньги на покупки на аукционе Виолити. Если это интересно, продолжайте смотреть и дождитесь условий конкурса, они очень простые. Выиграть сможет каждый. Ну что, поехали! 1 гривна 1995 года доходила до своей пиковой цены на аукционе еще в ноябре 2018 года и была продана за 1671 гривну. После чего все поняли, что нужно обращать внимание на эти монеты, и монет прибавилось в продаже. Это снизило цену. Но она довольно дорогая и сейчас. В чем же особенность этой монеты? В тираже. Ориентировочно этих монет всего 52 тысячи штук, а это довольно мало. И монете уже 24 года, часть их просто потерялась. Мне писали подписчики, что просто получали на сдачу эту монету, я покупал у них по хорошим ценам или рекомендовал выставить на Виолити. Определить ценную монету очень просто, она просто отличается годом. Вот если у этой монеты будет узкий кант, как у этой, что вы видите сейчас на экране, это значит, что вам очень повезло, таких монет еще меньше. Вот такие продажи были в 2018 году. До 8822 гривны была продана такая монета в январе этого года. Мой канал как раз о редких разновидностях монет и не только. Начинающие коллекционеры могут узнать, как правильно хранить монеты, где покупать аксессуары. Я делаю перебор копилок и показываю, на что обращать внимание. Также на канале есть несколько распаковок блоков банкнот, которые, кстати, уже не производятся и выводятся поднемногу из оборота. И, конечно, живые видео, там, где я плачу новыми юбилейными монетами Украины и смотрим на реакцию людей, либо старыми деньгами Украины. Давайте покажу вам небольшое включение, как это было. Ну что, посмотрим, как люди будут реагировать на вот такие вот новенькие 10-гривневые монеты. Не возьмете? Нет, я не знаю, что это вообще такое. Да. Это точно вы меня не дурите? Ну, почитайте, посмотрите. И уж специально там мне пришли тут развести. Десятка? Да, здесь. Ой, мне дайте такую. Сколько это? 10 гривен? Да. 10. А что с этим? Ну, 10 гривен. Это что, уже новые? Новые. Уже ясно русский пришел. Да. Неправда, да? Новые, да. Что это такое? Саныч, у нас уже ходят такие купюры. Да, видел. Если вы переживаете, я могу поменять. Я переживаю. Давайте поменяем. Еще если принимать. Отличный день, я тоже не знаю, что они делают. Да, меня дедушка собирает, я вот ему отдам. Да. Давайте перейдем к конкурсу. Чтобы выиграть вот эту серебряную монету 31,1 грамма, 1 гривна 2018 года, первое, нужно быть подписчиком моего канала «Монеты Украины». Оставить комментарий, возможно, рассказать, какие монеты вам нравятся или почему вы хотите выиграть эту монету. Комментарий не может быть одним словом. И подписаться обязательно на канал Виолити. Ссылочка на него будет в описании. Как только мой канал наберет 15 тысяч подписчиков, а это совсем скоро, мы разыграем данную монету. Какие у нас будут победители? Первое место победитель получит вот эту серебряную монету с доставкой по Украине бесплатно. Второе и третье место это будет пополнение счета на 100 гривен на Виолити, на ваши покупки, на участие в аукционах и в торгах, для того, чтобы вы могли пополнять свои коллекции. Ну что ж, друзья, условия очень простые. Обязательно напишите комментарий, подпишитесь на канал Виолити и будьте моим подписчиком, так как это условие будет проверяться. Всем до скорой встречи. Спасибо, что смотрите. Всем пока.